В прямом эфире новости мы продолжаем. В Енисейском районе отметили 90-летний юбилей. Накануне в центре Енисейска прошел праздничный митинг. Он собрал работников районных организаций, почетных жителей, глав сельских советов. Из столицы края с поздравлениями приехали депутаты законодательного собрания и полпред губернатора. Из всех территорий нашего региона этот район выделяется своей историей. Именно на Енисейскую землю в начале 17 века пришли русские первопроходцы, и уже отсюда началось освоение огромных просторов Восточной Сибири. Как административно-территориальная единица, Енисейский район появился 4 апреля 1924 года. Тогда по приказу исполкома Енисейской губернии были образованы 29 районов, и 28 из них существуют сегодня. Вы правы, что 28, но, кстати, единственная территория, которая именно сегодня, 4 апреля, отмечает свой юбилей 90-летия, это Енисейский район. Искренне считаю, что Енисейский район, он особенный, особый. Почему особый? Особой историей. У него перспективы серьезные, говоря о проектах Нижнего Паянгария и Ангара в Енисейском кластере.